Здравствуйте, Владимир Рудольфович. Мы сегодня вас пригласили для записи новогоднего интервью. Спасибо, что вы пришли к нам. Добрый вечер, Катерина и уважаемые богучанцы. Каким был для вас 2018 год? Ну, за свою 20-летнюю историю в муниципальной службе 2018 год на самом деле для меня было что-то из ряда вон выходящим и необычным. Для меня прежде всего снова пришлось сделать выбор. Когда-то я переехал в Красноярск, жил и трудился с большим удовольствием. И оказывается, довольно-таки легко я переехал и сделал для себя выбор, переехал в Богучанский район. Для меня это, конечно, в личном плане это был такое непростое решение, но тем не менее это так произошло. Ну и поскольку ваше отступление в должность как раз пришлось на половину года, удалось ли вам сделать какие-то свои коррективы в работу административного аппарата? Я не думаю, что работа аппарата такая вот тот момент, который должен сиюминутно решаться. Это в любом случае кадровое решение не принимается, наверное, в ходе текущей работы, но тем не менее это, наверное, составляло серьезную проблему в управлении районом, потому что политический сезон для Красноярского края, и в том числе для Богучанского района, был просто очень сложный и в чем-то еще и политизированный. И я не скажу, что мы там достигли там серьезных каких-то успехов, но первые кадровые решения, они есть. И надеюсь, что они будут выверены, и те люди, которые пришли, наберутся опыта, и ответственность у них, во всяком случае, первые их шаги и решения не занимать, я это вижу, чувствую. И просто нужен какой-то период адаптации и наработки опыта. А ощущаете ли со стороны поддержку команды? Есть ли у вас единомышленники? Я думаю, что единомышленники — это не только в здании администрации должны. Прежде всего, я почувствовал поддержку жителей, когда знакомился, ездил по территориям. Эту поддержку и чувствую до сегодняшнего дня, и бесспорно она будет. Какие главные моменты запомнились в уходящем году? И какие бы вот, о которых хотелось бы, допустим, рассказать? Делиться со всеми. Ну, для меня это было те эмоции от знакомства, прежде всего, с территорией, об этом говорю. И в любом случае район огромный, чисто территориально, и невозможно в один день его обхватить, даже в один месяц. И самое приятное было, это огромное количество в чем-то суровых, но очень ответственных людей. Характер у каждого, на каждой своей территории какая-то своя специфика, особенности. Я скажу, что богучанский житель отличается многим от других территорий. С виду кажущийся своей особой какой-то суровостью, строгостью, а на самом деле тоже открытые, искренние. И в любом случае от власти они ждут тоже откровенных, искренних и таких поступательных решений. Ну вот какие, вот что-то запомнилось вот за эти полгода? Интересно, может быть, какие-то события произошли? Ну, события не нас всех объединяло. Это год был выборный, и сентябрь месяц был очень такой напряженный в чем-то, когда была выборная кампания по губернатору Красноярского края. И мне, безусловно, поддержала и поддерживает и та уверенность жителей, которые сделали свой выбор и по выборам губернатора Красноярского края. И это, бесспорно, все-таки главным было. И Александр Викторович, это его первые шаги, и те ориентиры, они практически многие решения касаются его, в том числе по территории Богучанского района. Конечно, это очень знаково, запоминающее. И чисто таких производственных решений, это безусловно, это было накануне отопительного сезона, буквально за неделю мы принимали решение по смене нашей управляющей компании, предприятия, которое зашло и начало управлять нашими тепловыми и коммунальными сетями. Это был очень ответственный выбор для меня, для руководителей, прежде всего ответственный перед жителями. Нам удалось это реализовать успешно. Это для меня, во всяком случае, запомнилось. А итоги выборов как устроили вас? Высокая организованная явка жителей, и, конечно, у каждого свой есть выбор. И с учетом некого политического сезона, это может быть чуть-чуть результат пониже среднекраевого, но люди сделали уверенный свой выбор. Не было абсолютно какого-то там административного давления. И многие, может быть, и ожидали, что-то будет, но ни в коем случае. Выбор был осознан. Я доволен на всяком случае. Владимир Рудольфович, руководить районом и представлять его интересы в крае – дело очень ответственное, серьезное. А что помогает вам в работе?
Прежде всего, ответственность перед жителями района. Мы, в любом случае, мы понимаем, что наша личная жизнь и все управленческие деятельности, решения – это, прежде всего, ответственность перед жителями территории. Я думаю, что это вот, чувствовать эту ответственность и понимать ее, и через это взвешивать те решения, которые на стадии проектов предстоит принимать, и потом настойчиво их реализовывать. Я думаю, что это все-таки самое главное для нас. И, ну, наверное, немаловажно, мой какой-то, не хочу похвалиться, но имеющий некий жизненный управленческий опыт, который позволяет избегать некоторых ошибок и порой даже интуитивно принимать некоторые решения. Ну и работа с правительством, у меня есть некоторый опыт работы. Я работал в аппарате губернатора Красноярского края, я знаю аппаратную работу изнутри. И выстраивать работу как с аппаратом губернатора правительства, для меня это как-то тема понятная, и эту поддержку всегда нахожу. Но подчеркиваю, что это, прежде всего, ответственность перед жителями. Владимир Рудольфович, если говорить о перспективах в следующем году, что можете сказать, какие направления своей деятельности будете ставить во главу угла? Что посчитаете главным для себя, приоритетным? Ну, многие направления мы уже обозначили вслух, и мы уже начали над ним работать, и это на только начальной стадии. Это серьезное состояние у нас жилищно-коммунального хозяйства и чисто автоматическая смена управляющей компании или предприятия, конечно же, не решает эти проблемы. И над этим мы работаем, и компания «Красэко», под, ну, во всяком случае, с нашим активным участием мы готовим свою инвестиционную программу по текущему и перспективному развитию этого направления. Там очень много там изъянов. Я думаю, что мы сегодня их понимаем, совместно активно работаем. И, конечно же, укрепление состояния жилищно-коммунального хозяйства остается главным приоритетом. Это комфорт в наших домах, учреждениях, семьях, тепло, уют, вода, свет. И над этим предстоит работать. Я думаю, что не один год. Понимание здесь есть, и в каком направлении двигаться. Мы будем работать, конечно же, продолжать. В райцентре не видна эта тема, но для жителей Таежного очень тоже актуальна тема. Отсутствие практически тоже, так же, как и в самом Богучанах, очистных сооружений. Над этим тоже предстоит работать, решать. Мы проводим много уже консультаций, встреч в правительстве Красноярского края. Буквально каждые две недели встречаемся в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. И прошлой неделе опять была эта встреча в пятницу. Это, ну, я думаю, что мы будем более подробно информировать жителей, как мы в этом направлении двигаемся. Но эта работа остается приоритетом. Я не раз уже подчеркивал, для меня эта тема, ну, во всяком случае, тоже одна из приоритетов, тема экологии и благоустройства. Их сложно между собой тут разделить, но, тем не менее, состояние набережной и береговой части Ангары, конечно, желает быть гораздо лучше. Та наша гордость, которой мы гордимся и подчеркиваем, многие поколения, и в том числе ответственность перед будущим поколением, мы должны как-то насторожиться, и не все там гладко, честно говоря. Я тоже тут думаю, что потребуется, ну, общие усилия всех жителей и руководителей предприятий. Набережная Ангары должна стать чище. И тема наших несанкционированных свалок, мест складирования отходов лесопиления тоже остается актуальной. Меня не все устраивает, те подходы, которые есть сегодня у специалистов в аппарате администрации, практически бездействуют на сегодняшний день. Муниципальный земельный контроль – это наши полномочия, которые нам делегированы федеральным законом, мы их не до конца реализовываем. Эти направления, конечно, будем усиливать. Плюс на текущих аппаратных, вы тоже были участниками, свидетели, мы предлагали главам сельских поселений обменяться опытом работы и такие мини-отчеты по работе административных комиссий. Большинство территорий не о чем пока сейчас заявить, практически они бездействуют. За течение года там 3-4 каких-то символических акта, а серьезной работы с теми нарушителями, которые есть, пока не проводится. Я думаю, что это тоже будет наша системная работа. Ну и, конечно же, хотелось бы поддержать и то, что наработано, это наше бюджетное учреждение, те традиционно сильные стороны Богучанского района. Мы с вами были в Чунаярах на молодежном итоговом форуме.
конечно, мы видели эти яркие достижения детей, и ни в коем случае за нашей текущей экономической работой в экономическом блоке мы не должны упустить и, конечно, поддерживать те таланты перспективных ребятишек, которые есть. Так что работа с молодежью это была и есть нашей, ну, прямой обязанностью, задачей, тем более она во всяком случае объединяет огромное количество учреждений, организаций, школы, школы искусств, образовательные учреждения, все семьи, родители. Я радуюсь вместе с родителями, когда на сцене такие яркие, успешные, талантливые ребятишки. Стараюсь их не пропускать практически ни одно крупное итоговое такое мероприятие с участием молодежи. Это, конечно, как-то помогает и поддерживает, и подвигает к тому, чтобы все-таки наша текущая работа была все-таки поддержку вот молодежи. О направлении можно много обозначить. Предстоит запустить билетное производство на Краслесинвесте. Тема от переработки отходов очень актуальна, и там до 100 тысяч кубов в год будут вырабатываться билетов. Я думаю, что количество мест и отходов лесопиления, конечно, будут сокращаться. Эта тема начата. Лессервис в Ангарском когда-то построил котельную, способную отапливать весь поселок Ангарский, уйти от угля и перейти на отходы лесопиления. Эта работа тоже, мы сегодня ее обсуждаем, в том числе я докладывал и обсуждали уже с участием губернатора Александра Викторовича. Конечно, есть поддержка, но некоторые нюансы, переходный период надо будет тоже уточнить. И если будет положительный опыт, конечно, будем его настойчиво тиражировать в других территориях. Иначе по-другому с отходами лесопиления, ну, не удастся их побороть. И на это направление не дает возможности 100% переработать, но первый шаг надо сделать. А те социальные объекты, которые вот приближаются к завершению строительства и которых богучанцы ждут, ну, наконец-то они будут запущены в следующем году. Спасибо, что вы подсказали. На самом деле, идя сюда, я хотел об этом доложить жителям. Буквально уже 2 недели, как подписал акт о завершении строительства и приемки нашего больничного комплекса. И при том остался последний шаг. Сегодня коллектив нашей центральной районной больницы готовит все документы по лицензированию. Я думаю, что успешно после Нового года в первом квартале они переедут в новое здание, и наши жители будут получать качественные медицинские услуги в новом суперсовременном здании, оснащенными самыми последними уже новшествами в медицине оборудования. Так что... Ну, а вы, наверное, бывали тоже на таких объектах, если сравнить, допустим, нашу больницу, да, здание нашей больницы, условия там, вот в сравнении с другими объектами в крае. Вы имеете новую больницу? Да. Ну, Красноярский край славится новыми высокотехнологическими объектами медицины. Я думаю, что нашу больницу практически можно поставить в один ряд и с перинатальным федеральным центром, и то, что онкологический центр, и мощную реконструкцию в преддверии универсиады проходит края больницы номер 1. Я думаю, что наша даже чуть получше. В том числе нам повезло со строительной компанией. Качество строительных работ остается, ну, просто на высочайшем уровне. Мы там не раз комиссионно ходили, таким даже самым предвзятым взглядом сложно найти какие-то там издержки. Так что я радуюсь и думаю, что жители района нашего скоро сумеют увидеть и тоже порадоваться вместе с нами. Ну, еще мы все знаем, что у нас алюминиевый завод строит детский сад. В Таюжном, кстати, всегда была проблема с нехваткой мест в детских садах. Вот там как двигается дело? Строительная часть реализовывается довольно-таки успешно. Мы практически эту тему каждый день обсуждаем и контролируем. И по этому поводу тоже было уже несколько встреч. Может быть, они в чем-то запоздали, но тем не менее я эту тему подхватил, мы ее ведем. Объекты завершаются, остается серьезная проблема подключения инженерных сетей, их эксплуатация. К сожалению, здесь есть... Вот то, о чем вы говорили, да, серьезные сбои, в том числе довольно-таки главная задача остается, чтобы эти объемы и объекты использовать не только на строящихся или построенных на социальных объектах, и те 14 домов, которые будут построены пятиэтажные для жителей или для тех, кто трудится на алюминиевом заводе.
у них ресурс по водоснабжению, имеющимся скважинам, хватит практически обеспечить всех жителей поселка Таежно. Там без малого уже 8-9 тысяч населения. И, конечно, очистные, те, которые тоже там завершаются на стадии строительства, и отсутствие практически очистных Таежно, тоже подключить, адаптировать, ну, к вновь построенным. Так что проблема там есть, мы над этим работаем. В том числе есть уже отдельное поручение губернатора по этому поводу и с его поддержкой, и по его поручениям работает министерство. Так что у нас это получится, у нас сбоев по срокам ввода в эксплуатацию, я думаю, что не будет. А вот объектов позволит практически 100% решить и серьезно задело на будущее по детским садам. И вводимый корпус школы позволит еще и на перспективу развития поселка. Так что там некоторые шероховатости есть, мы их понимаем, видим, и вот оставшийся период мы над ними будем работать. Владимир Рудольфович, ну и интервью наше новогоднее, а Новый год – это праздник семейный, поэтому не могу не спросить о семье, ведь биография каждого из нас начинается с родителей. Расскажите о семье своей. Ну, мне так часто приходится об этом говорить в телеэфире, а так, на самом деле, я горжусь своими родителями. Все, наверное, дети гордятся, потому что родители являются многим примером для нас. И с детства не закладывали то, ну, что мы сегодня имеем каждый в своем характере. Это все-таки от родителей. У меня папа, ну, я горжусь, на самом деле, он механизатор молодости, очень такой настойчивый по жизни, в чем-то суровый, требовательный. Чуть больше 30 лет ему было, он когда награжден высокой правительственной наградой, у него кавалер ордена Трудового Красного Знамени. И на самом деле, его роль в моей жизни чувствуется до сегодняшнего дня. Он сопереживает, отсматривает, отслеживает за моей карьерой или там за трудовыми какими-то достижениями или успехами, или неудачами. И порой самый серьезный критик он у меня в жизни. Он ругает вас? Наверное, нет, но другие формы есть общения. Да, мы всегда на равных разговариваем, но тем не менее он очень требовательный к власти. И у него это право есть высказывать. Я не всегда это, может быть, нравится, я всегда его слушаю. Для меня он, на самом деле, был и есть авторитетом, главным в жизни. А мама труженица. Я рос в той деревушке, где не было детского садика, а мама работала завклубом. Я практически вырос до школьного возраста, я пропадал в сельском клубе. Там и научился читать, практически писать. И, конечно, вот оттуда, наверное, у вас такое, вот вы бываете на мероприятиях. У меня в культуре особое какое-то уважительное, почтительное отношение с особым теплом. И, наверное, все-таки да, из детства. Я благодарен своим родителям. Мне в детстве казалось, они чересчур суровые, требовательные, строгие. А так по жизни понимаешь, что все-таки. Я отцу говорю, что иногда говорит, на, порой себя жалеть там что-то там. Я говорю, вас не поймешь. В детстве вы заставляли, чтобы побольше работал, а сегодня уже пытаетесь немножко порой останавливать. Так что, ну, плюс семья – это дети. У меня четверо детей, два внука. Я радуюсь, горжусь. Если и расстраиваюсь, то, что сегодня они далеко от меня, и мало можем видеться, но всегда общаемся. Внук успешен в учебе. Внучке полтора года. Ну и на самом деле моя гордость, у меня дочь пошла в первый класс в Лучанском районе. Я, на самом деле, такой счастливый папа большого семейства. И Новый год, конечно, мы встречаем в кругу семьи. И такие небольшие у нас вопросы для вас приготовленные, короткие. Что вас огорчило, что порадовало в уходящем году? Ну, таких моментов, чтобы я мог сказать, чтобы это что-то огорчило, наверное, у меня нет. Если огорчает, то, знаешь, человек все-таки руководитель в чем-то не готов, я как-то более суровый, и многие вещи я так воспринимаю реально, и, наверное, если что-то не получается, заставляет что-то задуматься и проанализировать. То есть и поступки людей непонятны, либо еще что. Ну, такого у меня явно не было. Я не могу назвать, чтобы что-то меня огорчило. А
радует как человека то, что дочь в школе успешно учится, а как руководителя, и, конечно, я был окрылен, с легким волнением стоял на той сцене, где мы проводили первый конкурс «Ангарский лесоруб». Меня, конечно, радовало и переполняло чувство гордости за тех людей, которые пришли и разделили радость этого праздника. Я почувствовал, что мы способны, если приглашать жителей, руководителей к совместным каким-то важным или не очень крупным проектам, люди поддерживают, понимают. И, конечно, для меня это было таким серьезным первым успехом. И я это почувствовал, поддержку жителей. Для меня это, конечно, сегодня тот момент, который меня порадовал. Что вы больше всего цените в людях? Наверное, безоговорочно здесь это порядочность. В поступках, действиях, мыслях. Самое главное в жизни. Ваше жизненное кредо? Тут сложно выразить одной фразой, но попытаюсь. Есть много управленцев, которые способны принимать правильные решения. Но иметь настойчивость их реализовать могут, к сожалению, не все. Я стараюсь следовать тому, чтобы все-таки относился к той категории, которая настойчив в реализации принятых решений. Владимир Рудольфович, ну и традиционно в конце интервью перед Новым годом ваши пожелания богучанцам. У нас очень много еще проблем, трудностей, задач. Но я точно знаю, что ни одно поколение убеждало, что трудности объединяют людей. Если не опускать руки и правильно ставить задачи, эти трудности способны сплотить и объединить. И я уверен, что у нас это получится. Я приглашаю всех в 2019 году сплотиться для того, чтобы мы могли эти трудности реализовать. А в преддверии Нового года, конечно, всем желаю счастья, оптимизма, здоровья. Новый год объединяет все семьи, они за праздничным столом. И что то праздничное чувство, которое новогоднюю ночь и те счастливые лица, улыбки сопровождали нас все 365 дней в году. И с наступающим Новым годом, безусловно, всех. Владимир Рудольфович, спасибо. Спасибо вам, уважаемые жители Богучанского района, с наступающим Новым годом. Наша изюминка – натуральный дальневосточный липовый мед, а также травы Алтая, настойки, бальзамы и вся остальная полезная для человека пчелопродукция. На весь мед есть ветеринарное освидетельствование. Село Богучаны, торговый центр «Универмаг». До 29 декабря ждем вас! Внимание! Предновогодние скидки 24 и 25 декабря. Компания «Магия меха», город Киров, приглашает на распродажу шуб. Норка, мутон, каракуль, дубленки, большой выбор головных уборов. Предоставляется рассрочка и оплата по терминалу. Ждем вас с 10 до 19 часов в село Богучаны, торговый центр «Универмаг», улица Октябрьская, 77А, 24 и 25 декабря. Условия акции и подарков спрашивайте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Домрачев Сергей Борисович». Пассажирские перевозки на заказ. Ежедневно, утром, днем и вечером. Экспресс «Диамант». 5 лет на рынке пассажирских перевозок. Качественный и недорогой сервис по доставке пассажиров. Своевременное прибытие транспорта в указанное заказчиком время. Технически исправные автобусы и страховка пассажиров. Опытные водители, прошедшие предрейсовый медицинский осмотр. Экспресс «Диамант». 8-908-024-97-00. 8-908-024-97-00. Дамы и господа, приглашаем вас посетить выставку-продажу меда и продуктов пчеловодства сибирских и алтайских сортов. У нас вы приобретете действительно качественный продукт по приемлемой цене. Вы что, на Северный полюс собрались, что ли? Нет, до Красноярска. В автобусе компании «Рулевой» будет тепло, как в Африке. «Рулевой» – лучшая компания в сфере пассажирских перевозок.
Каждый год граждане льготной категории отправляются поправить свое здоровье в санатории Красноярского края по путевкам Фонда социального страхования Российской Федерации. Константин – инвалид с детства. Проходит лечение в санатории «Курорт озера Учум». Я тренирую, обучаю шахматному искусству и других, мотивирую людей на здоровый образ жизни. Там подал заявку, и вот уже под конец 2018-го мне уже была выделена путевка на Учум. Процедуру проходил для восстановления опорно-двигательного аппарата. Это грязь, ванны, гальванная грязь, циркулярный душ и душ Шарко. Самочувствие у меня подправилось, немножко стал получше двигать ногами. Право на лечение льготной категории граждан предоставлено законодательством Российской Федерации. Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования с 2005 года обеспечивает граждан льготной категории с путевками на санаторно-курортное лечение в рамках 122 федерального закона. В 2018 году объем финансирования составил более 121 миллиона рублей. В 2018 году Красноярским региональным отделением было направлено более 5,5 тысяч граждан льготной категории на оздоровление на санаторно-курортное лечение. Ежегодно более 1 000 граждан льготной категории лечатся в санатории Учум. Здравница имеет большой опыт работы с такими людьми, и персонал делает все, чтобы им было удобно и лечение пошло на пользу. Самое главное для фонда, что здесь принимаются маломобильные категории граждан, инвалидов, колясочников и спинальников, которые утратили способность на самообслуживание. Задача фонда – обеспечить качественное предоставление государственной услуги санаторно-курортное лечение. Не просто оздоровить гражданина и реабилитировать его. Наша задача – чтобы гражданин восстановился и был направлен на работу. В основе лечебных методик курорта озера Учум лежит использование уникальных природных лечебных факторов – грязи и рапы озера Учум. Эти два основных фактора и привлекают сюда людей. Лечебная грязь оказывает очень сильный эффект на опорно-двигательный аппарат, способствует снятию воспалительных процессов, нормализации обменных процессов. Рапа – это высокоминерализованный раствор природного источника, водоема. Уровень минерализации рапы озера Учум выше 150 грамм на литр. То есть это вода, которая содержит не только всю таблицу Менделеева, но и биологически активные вещества. С рапой в санатории делают ингаляции для лечения органов дыхания и принимают ванны, которые оказывают благотворное влияние на весь организм и особенно на суставы человека. Меняются обменные процессы на клеточном уровне, восстанавливаются ткани, поврежденные суставы, там, где идут воспалительные процессы. Минеральную воду назначают всем отдыхающим в индивидуальном питьевом режиме для нормализации пищеварения. По словам очевидцев и врачей, часто сюда приезжают на костылях, а уезжают на своих ногах. Я здесь, наверное, 10-й раз. Первые 2 года супруга ездила, потому что первая группа была, она сопровождаема. И я ходил еле-еле. Ну, сейчас, дай бог, хожу. Только не сильно, но все равно передвигаюсь. Санаторий мне очень нравится. Обладатели путевок благодарны фонду соцстраха и санаторию за возможность эффективного лечения и отдыха. Эта услуга очень востребована. И фонд, и санатории края работают, чтобы помочь гражданам льготной категории максимально восстановить свое здоровье.